Смотрим шире, гений не вампир. Он изложил взгляды на мир, в общество и в свое будущее, в манифест, который сегодня отбросил всех прошлое, желая быть услышанным в прибой. Он говорил, что технология отстой, открывая дверь в свой разум. Он приглашает вас согласно указу. Жми педаль развития до отказа. Индустриальная революция. Ерунда, что последствия конвульсия. Катастрофа человечества. От невидимки врага отечества. Технологии должны освободить людей. Но они, напротив, утилизаторы идей, связали всех по рукам и ногам, создали условия, которые отдашь. Автомобиль изобретен для свободы, ради удовольствия, и что же? Иметь авто стало обязательным, мы загнаны в рабство. Города переделаны под авто, чтобы ездить на работу на авто. Чтобы даже за едой ездить на авто. И к этому принуждают нас. Города переделаны в авто, чтобы ездить на работу на авто.